Беларусь! Только у нас умеют кататься на лыжах по асфальту! Только в Беларуси убытки – это гарантия процветания предприятия! Только наш президент умеет проводить дебаты сам с собой! Только парламент Беларуси умеет принять закон еще до того, как он будет написан! Только в Беларуси студенты берут кредит на образование для того, чтобы оплатить проезд в автобусе. Только в Беларуси так чтят свою историю, что даже вернули крепостное право. Welcome to Беларусь!